Смотрите, что я узнал из рубиновой лихорадки. Интересно, вот эти вот золотые купоны на фрагмент развития. Один. Что в них интересного? Я-то думал, что как бы нужно использовать как, так же, как фрагмент выжившего для бойцов. Нет, купоны, они немножко интереснее. Вот каких игроков, героев мы можем получить. Месут, Габриэль, не знаю, кто такой, Зоуи, в общем, Денис и Тайриз. Самое, что интересное, Тайриза вы могли получить только лишь покупая какие-то, совершая покупки. Раньше он был доступен. Смотрите, сейчас я могу его приобрести вот из этих купонов. Это мега круто. Почему? Давайте разбираться. Потому что Тайриз — это строитель, которого невозможно было до этого получить, только, причем очень много нужно было покупать. А тут его можно вот таким вот образом получить. То есть, смотрите, при назначении в хижину работника бесплатное время 320 секунд. Это ладно, это фигня. А при назначении время строительства минус 100, 1200 секунд, это минус 20 минут на секундочку. 20 минут. Ну, понятно, что на пятом, но не суть. При назначении в хижину работника уменьшает затраты пуль на строительство 10%. И сокращение затрат на строительство, кроме пуль, 15%. 10 и 15. У Саманты же, у Саманты тоже 10, а у Саманты тоже 15. Но у Саманты преимущество в том, что у нее есть сокращение потребления ресурсов войск. Вот. Я к чему? К тому, что 100% с этих вещиц, вот с этих штучек, нужно получать Тариза. Все остальные герои. Зоуи, она доступна в испытании, вот в этом испытании в ежедневном. Денис тоже, а остальные это как бы там, что там, Габриэль. Месут. Месут, он нафиг он нужен, он там водный собиратель, он тоже будет доступен. В общем, вот эти вот все герои, они и так доступны. А вот Тайриз, его нет. Вот наследие выжившего можно было получать. В общем, я к чему? К тому, что не все так плохо оказывается, что Тайриза можно получить с этих вещей. Раньше его только можно было купить. То есть вот этому я непосредственно рад. Еще два слова забыл сказать про Тайриза. Обратите внимание на его особую уникальный навык. Сокращает количество пуль, необходимое для строительства, на 10-25. По левелам нету, но в любом случае 10-25 это около, я думаю, на сколько его, на 2 звезды прокачает, это около 5% я смогу сократить на пули. То есть если на 25-ю казарму мне нужно будет сколько там, 150 миллионов, 5% это 7,5, минус 7,5 миллионов пуль. Это, ну, реально достаточно значимое количество. И это на каждое так здание у меня сократится. Поэтому Тайриз, он реально, он крутой. А с, получается, с этих вещиц я получу сколько? 40, 30, 70, плюс 60, 130 и плюс 20 у меня сейчас их есть. Итого 150. Это я до 2 звезд смогу его вкачать. Правильно же я говорю? 50 плюс 50, она станет на одну звезду, и плюс 100 станет на 2 звезды, да, так и есть.